Since China proposed the Belt and Road Initiative in 2013, China and Kazakhstan have stepped up their cooperation for greater regional development. The China-Europe freight trains through Central Asia, the China-Kazakhstan Horgos International Frontier Cooperation Center, and the China-Kazakhstan International Logistics Space in the eastern Chinese port of Lianyungang have all helped open the door to global markets for the Central Asian country. Как вы знаете, Казахстан является сухопутной страной без доступа к морю, да, и с точки зрения развития экономики и выхода на мировые рынки, как раз-таки выход на морские маршруты, на порты мировые является основной прерогативой. 中哈物流基地让哈萨克斯坦有了自己的出海口, 使得哈萨克斯坦的产品可以出口到中亚、东南亚等国家。 The enhanced interconnectivity has also encouraged many Chinese companies to invest in the country. Основной деятельностью является осуществление, реализация транзитного потенциала Республики Казахстан, а также привлечение инвестиций в сферах обрабатывающей промышленности и логистики. Так как Казахстан является также экспортной страной, массово на рынки иностранных государств уходят такие продукты, как сельхозпродукция наша, металлургия, да, и недропользователи тоже массово отправляют свои грузы на внешние рынки. Ну и оптимизация, и наличие приграничной инфраструктуры и оптимизация их бизнес-процессов позволит как раз-таки снизить стоимость выхода на внешние рынки. Появление объектов инфраструктуры оказали непосредственное положительное влияние на увеличение объемов торговли. 十几年在哈萨克斯坦已经一个超市、一个商场，中国产品的比率绝对没有现在的高。现在在淘宝上能找得到哈萨克斯坦的产品，同样在哈萨克斯坦的商场里面，中国的产品的比例提高了。